Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим автомобильный видеорегистратор, радар-детектор, можно назвать его комбо-устройство, от компании Globex, модель GE114W. Поставляется в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри находится само комбо-устройство, довольно-таки компактного размера. Угол обзора камеры составляет 140 градусов. Корпус полностью пластиковый. Крепление на магните с контактной группой. Крепление сзади находится 2-дюймовый дисплей. В нижней части кнопки управления. С правой стороны кнопка включения-выключения. С левой стороны слот под карты памяти microSD поддерживается до 128 гигабайт. Кнопочка Reset и мини-USB для зарядки. В комплекте крепление, вот такой вот с GPS-приемником на магните, крепится на двухсторонний скотч, адаптер питания в прикуриватель на 2 USB, кабель питания и также инструкция с гарантийным талоном. Сейчас мы подключим устройство на 12 вольт и пройдемся по его меню. Подключили видеорегистратор на питание. В данном регистраторе используются три режима. Режим видео, режим фото и режим просмотра уже записанных ранее файлов. Заходим в меню. Первый пункт меню — разрешение. Максимальное разрешение Full HD. Далее выставляется циклическая запись. Настройка экспозиции. Датчик движения. Запись звука. Штамп даты и времени на видеофайле. Настройка датчика удара. Выбор часового пояса. Также режим скорости и ввод номерного знака автомобиля, чтобы он отображался на видеоролике. На следующей странице монитор парковки, ввод даты и времени, автоотключение видеорегистратора, автоотключение экрана, звук кнопок настраивается, выбор языка, настройка частоты освещения, форматирование карты памяти, сброс настроек до заводских и версия программного обеспечения. При покупке на данный видеорегистратор обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.